У верасні жыццё сям'і Вінаградавых падзялілася на да і пасля. У двухгадовай дачкі Ганначкі ўрачы дыягнаставалі рак мозгу чацвёртай стадыі. Дзяўчынку адразу накіравалі на аперацыю ў Мінск. Пухліна, якую выдалілі, была памерам з кулак. Аднак у хуткім часе стала зразумела, перамагчы хваробу цалкам не ўдалося. Небяспечныя клеткі прымацаваліся да сасудаў і яшчэ адной аперацыі іх ужо не выдаліць. Альтэрнатыўны спосаб лячэння прапанавалі нямецкія ўрачы. Аднак яго кошт 150 тысяч еўра – для батьков неподъемны. На заклик об допомозе отгукнулись необыяковые люди. По всей области разгорнулся доброчинный марафон по сбору сродков. Сейчас собрано в районе 60 тысяч евро. Это еще пока, скажем так, менее половины от того, что необходимо. Но, тем не менее, это уже некоторое достижение. Людей очень много откликнулось. Я, скажем прямо, даже не ожидал такого резонанса и такого душевного отношения людей к чужой беде. Так что спасибо всем огромное за то, что помогаете, за то, что неравнодушны. Просьбу об допомозе не покинули без уваги волонтеры БРСМ. На сцене ГЦК яны собрали белорусских артистов, как провести доброчинный концерт. Коли мы не заняты на гастролях у иншей краине, або тут у Беларуси, мы завсёды готовы отгукнуться на такие проекты, потому что, по-перше, у многих из нас есть свои дети. Вось, и мы разумеем, что такое вот эта маленькая детятка, и какое до его становище, и это ценнее, чем самое каштовное, что у нас есть у жизни. Дарыча, для Гомеля такие концерты поступово становится традицией. Не так давно волонтеры БРСМ ладили подобное мероприемство у подтримку трехгодовой Киры Куруленко, якой так само необходимо дорогое лечение. И в этот вечер активисты заявили, покуль есть дети, яким потребна допомога, доброчинные марафоны будут проводиться и далее. Квитки на этот концерт разошлись за 2 тыдні. И уже в ближайшие дни каля 4 000 белорусских рублей от их продажу поступит на доброчинный рахунок для маленькой Ганночки. Мы очень благодарны артистам, которые со всех уголков страны откликнулись приехать и выступить в этом зале для того, чтобы поддержать Анечку. И мы очень надеемся, что она поправится. И все же до необходимой суммы не хапая 88 тысяч евро. Тому допомога волонтеров протягнется. Наступный крок – установка скрыня для сбора сродков у хандлевых центрах. Оказать подтримку маленькой девчинцы можете и вы. Для этого достаточно пополнить рахунок мобильного телефона 8029-506-7070. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, Телерадио, компания «Гомель».